есть у ответственности второе имя. И это имя Полина, а фамилия Кадочникова. Она же правая рука руководителя в коллективе. Она первая и единственная участница коллектива, которая стала хореографом по Болливуду. Ее постановки являются лучшими по Челябинской области. Они всегда занимают только призовые места. Полина работает со всеми возрастными группами в коллективе. Ее безумно любят все, но с особой теплотой к ней относятся дети. Даже во время болезни они не пропускают занятия. Это ли не настоящая любовь?